О скором пополнении в семье 55-летняя Валерия Меладзе и 42-летняя Альбины Джанабаевой стало известно в середине марта. Тогда певица опубликовала в Инстаграме фото с заметно округлившимся животом. Следует заметить, что Альбина довольно долго не решалась рассказать общественности о своей беременности. Поэтому эта новость стала неожиданностью для многих поклонников, ведь ранее в сети не появлялось даже никаких слухов о возможной беременности звезды. Артистка раскрыла все карты, когда скрывать интересное положение не было смысла из-за прилично округлившегося живота. И вот совсем недавно, во время съемок 1/8 финала КВН, Валерий Меладзе сообщил, что его супруга, певица Альбина Джанабаева, родила девочку. Роды прошли в одном из столичных перинатальных центров. Интересно, что сама Альбина предпочитает пока не делиться с общественностью радостной новостью. Напомню, что отношения Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начались, когда певец еще был в браке. Как оказалось, Меладзе долгое время скрывал отношения с Альбиной и не решался уйти из семьи. Но в 2012 году их тайный роман стал достоянием общественности. И только через 2 года после этого Валерий оформил развод. И вскоре после развода Меладзе и Джанабаева поженились. При этом их старший сын Константин появился на свет еще в 2004 году. Через 10 лет после этого у Джанабаева и Меладзе родился младший сын Лука. Кроме того, Меладзе поддерживает теплые отношения с 3 дочерьми от первого брака. Он часто встречается с девочками и периодически публикует трогательные семейные фото с ними в Инстаграме. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!